Сибгувк принял первые в Сибири официальные старты по чирспорту. Он очень похож на чирлидинг, но путать не стоит. Два этих вида зародились вместе, правда, несколько лет назад пошли разными дорогами. Чирлидинг – это история об акробатике, а чирспорт – все же о танцах. Чирспорт – вид спорта очень молодой. Только в апреле месяце он был признан Министерством спорта. Ну, вот такие набираем обороты быстро, стремительно. Очень приятно смотреть на участников, число которых растет все время. И вот сегодня такое знаменательное событие. Были такие в советские времена вольные упражнения «делай раз», «делай два», где строили пирамиды. Потом в Советском Союзе это все умерло, а в Америке стало культивироваться. Я вообще считаю, что это наш вид спорта. 6 дисциплин – джаз, фристайл и хип-хоп, групповые этапы и двойки. Высший балл можно заработать за идеальное сочетание композиции, акробатики и музыки. Отличный пример – парный танец от хип-хоперов, который за несколько минут рассказали залу целую историю. Правда, времени очень мало для раскрытия и хореографии, и танца, и постановки в акробатике. Мы задействовали пару элементов. Я думаю, что все получилось. Омскую область можно считать первопроходцем в развитии сибирского чирспорта. Мы первыми стали развивать его и уже достигли успехов. От Омска в сборной России уже побывали одаренные танцоры. Начинать чирспорт можно с нуля. Но с гимнастической подготовкой шансов на медали несказанно больше. Дети, которые приходят в чирспорт из других видов спорта, из таких как художественная гимнастика и спортивная, они, конечно, вот сейчас на этапе становления нашего вида, они имеют преимущество, потому что обладают уже подготовкой. Прыжки, да. И повороты, особенно ализгоны. Это нужно очень много и долго работать. Самым главным является в чирспорте это растяжка. То есть без нее никуда, да. И натянутые руки. Первые в истории первенства и чемпионат Сибири посетили более 270 спортсменов. Основное противостояние было между Омской и Томской областями, но гостям удалось обойти хозяев по количеству золотых медалей.